Всем привет, ребят. Ну что, у нас десяточка. У нас сегодня интересный видос. Как видите, немножко у меня силушка выросла. Еще забираю некоторые плюхи для потом максимальной прокачки силушки, чтобы можно было поднять нормально силы. Сегодня мы с вами будем... Как видите, есть миносик, я его уже качнул на 11 скилл. Для чего я его качнул так? То есть такая вот у нас сборка. Для того, чтобы мне делать эволюцию и апгрейд, мне надо 550, ну как и всем, 550 огоньков. И с таким минотавриком без магии, то есть я прошел полностью все обычные жестокие до семерки. То есть у меня, как видите, уже 541. И сейчас мы будем пробовать. Чем дальше, тем сложнее. Тем более одним героем без магии проходить его очень часто шатают. Как видите, сборка у меня собрана на атаку. И эта атака себя здесь, ну, например, тот же самый пакт, он себя не оправдывает. То есть мы сейчас попробуем что-то другое, но пока мы магию юзать не будем. Попробуем что-то, чтобы он хоть немножко тащил. То есть у нас 9-я ремка, он 100-й просвет. Я по трешечку, по хардкору пытаюсь пройти. Почему, спросите вы, здесь стоит не этот, не цеп? Потому что все-таки яйца кролик намного круче. Посмотрите на его урон. Цеп, да, он будет нормально дамажить. О, смотрите, мы сейчас, может, и пройдем. Урон, конечно, как видите, очень значительно понизился, но посмотрите, как он теперь нормально держит деф. То есть он, по сути, себя отхиливает медленно, уверенно. Думаю, мы будем набивать. Но разница в уроне, как видите, очень велика. Ну, по чуть-чуть, постепенно. Плюс теперь нам не страшен урон, мы имеем 3 секунды ньюяза, 40%. То, о чем я говорил, что можно не обязательно пакт. Я показывал Минотавра с СО, который нереально крутой, который соло затащил 6-10 без проблем. У других Минотавров проблемки бывают. Там, ну, я тестировал разные варианты. 49%, сейчас будет уже 50. 53. Медленно, но уверенно. Может, еще и на 3 звезды зашатаем. То есть у меня ничего, кроме Минотавра, пока нет. Здесь максимум. Я и то проходил там половину, я прошел 20-м Минотавром, то есть он был прокачан. Чисто ремка и такой этот питомец. Блин, долго, конечно, он бьет. 1,5 минуты, одна подземка, но я вам скажу так, оно того стоит. 80%. И посмотрите на урон. 162 тысячи выдает ролик. Он бьет раз там в 3 секунды, по-моему. То есть на третий, на четвертый удар он уже Минотавра бьет. Вот смотрите, как чудесно отхил просто тащит. Супер. На 3 звезды без проблем. Да, это дольше. Но зато у нас теперь нету проблем с прохождением. То есть не страшен вот этот урон. То есть раз в 6 секунд мы восстанавливаемся. Это самое главное. Конечно, урон смешной, но лучше так. Выживание реально топовое. Также я пробовал, очень мне понравилось на низких левелах. Если у вас есть Минотавр, попробуйте ему изворот, который его раз в секунду будет нормально так заряжать. Тоже классная тема. Правда, единственное, что из-за того, что нету у нас чары созвездий, оно не особо актуально. Но заряжается он практически станется и сразу бьет скиллом. Выживание, как видите, в таких случаях намного эффективнее, потому что мы проходим подземки на 3 звезды без проблем. То есть были подземки, вот где уже появились
мины ловушки, на 2 звезды тащишь, и дальше никак, потому что пока он добегает до цели, получается, он уже сливается. Они процентуально наносят урон. И... Смотрите, вообще четко. А там еще паладин у нас жив был. Ничего себе. Вот так вот, ребятушки, трешуем. Таким образом, ну, как бы, это единственный из героев, который реально даст возможность пройти. Да, он донатный, но он дает возможность вам проходить подземки. И в такой прокачке, даже не особо топовой, вы можете свободно дойти до 550 звезд. Ну, конечно же, можно больше таблеток прокачать, больше героя взять, взять тыковку, и будет счастье. Но мы пока не особо спешим это делать. Так, ну что, последняя подземочка. И у нас будет 550, и мы сможем делать. Ну, смотрите, ничего себе, затащили. Жесть. Я уже думал, сейчас будем ликовать. Пробуем против рыцаря. Сейчас будет держачно, если рыцарь нас ушатает. В принципе, не должен. Отлично. Как думаете, затащим на 3 звезды? Правда, дракончики? Ну, в принципе, у нас есть кролик. Блин, не знаю, он нереально крутой. Так, а теперь у нас следующая проблема. Это стан. Жесть. Так, ладно. Собрались, надо пройти ее. Конечно, тут очень много стана, и посмотрите на эти башни, как они дамажат. Я даже не знаю, сейчас чем ближе мы подойдем, больше вероятность, что нас просто сейчас сольют. Но, наверное, так и будет. Вся надежда на кролика. Стан. Блин, четко работает. Вот реально четко. Посмотрите на это. Супер. Так, ну, в принципе, должны затащить. Именно та сборка, которая реально тащит. Так, эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. 48%. Жесть, ребята. Как западло. Блин, а так хорошо шли. Видите, это единственный... 223к задамажил, нифига себе. Это единственный герой. Можно еще, кстати, ангела поставить, попробовать. Эй! Единственный герой, который без магии может так далеко дойти. Я не знаю, кем еще можно пройти на такой прокачке. Прокачка тут не особо имбовая, так чтобы вы себе понимали. То есть тут ничего такого сверхъестественного прокачки нет. Да, он 11 скилл, но он без эволюции. Да, у него максимальные там некоторые атрибуты. Но очень сложно такими героями проходить. Кто бегал, те знают. Но он нереально крут. Давай, минус, тащи. Так, бей давай. Жесть, 36%. Блин, дальше пройти не можем. Я, правда, не все там прошел. На 3 звезды, но все равно хотелось бы дотащить. Вся надежда на то, что кролик сейчас будет удачно бить.
И у нас будет проходить стан. Угу, у нас проходит. У нас как раз таки проходит. Блин, надо ее на 3 звезды затащить. Это позор какой-то. Вот, блин, почаще бы так фигачил кролик. Вот видите, стан прошел и все. И не срабатывает. Ну, давайте отсюда попробуем. Я думаю, тут быстрее даже сейчас разберут. Может и нет. То есть я многие эти подземочки искал территорию, откуда будет удобно забегать. Вот видите, вот это самое опасное. Блин, жесть. Вот откуда подойти, чтобы взять 550? Ну, в принципе, можно просто вернуться на старое, но хочется затащить эту подземку. Да не станься ты уже, ну запарил, как так? Жесть, короче. Давайте еще разок, если нет, то попробуем с магией. Ну, с магией, я думаю, мы на изи затащим. Жесть. Стан вымораживает просто. Хорошо, если не такой вариант, если попробуем поставить. Туда у нас под хилу ничего не будет. Давайте попробуем. Попробуем поставить СО. У нас от хила тут нет. Такой вариант попробуем. Я думаю, вряд ли нас будут, скорее всего, сейчас пробивать жестко. Ну, попытка, не пытка. Попробуем. Может, нам хватит времени? Не, наверное, скорее всего, времени нам не хватит. процентов. Хотя шанс, в принципе, довольно-таки тоже неплохой. Единственное, нам надо будет сейчас не через дракончиков забегать, потому что они нас очень сильно дамажат. Попробовать также сверху либо с угла отсюда. Ну, такой вариант, в принципе, вполне достойный будет. Самое главное, чтобы он не станился так часто. Фигушки, посмотрите, что они делают. Он пока добежал, его уже ушатали. Жесть. Вот это дошли мы минотавром. Тут надо питомец на отхил. Да, видите, такой вариант не катит. Все-таки с выживанием было топовее. Ладно. Поигрались и хватит. Хватит этих мучений, а то будут сниться эти подземки уже. Так, есть, поехали, берем магию. А магию качать нам надо будет еще очень долго.
Пробуем, замораживаем ближние эти. Да блин, да это жесть какая-то. Он вообще как нуб с пактом. Да, он дамажит дофига, но блин. Это печально очень. Ну вот смотрите, 18%. Пятьдесят четыре. Вот так вот магия тащит, ребята. Ну чё, финишная прямая на 1%. На 1% говорю уже. На один этот надо затащить. Это, кстати, тоже очень-очень веселая подземка. Ай, давайте сейчас попробуем. А у нас вариантов нет, надо двигаться только вперед. Зачем нам двигаться назад? Так, немножко заморозку. Давай, давай, второй удар. Нифига. Просто жесть. С пактом, конечно. Видите, а вы думаете? Мучение. Поначалу так все хорошо шло. А дальше печаль. Вы знаете, в чем плюс? В таком варианте можно немножко это все вот туку нам. Не, блин, сложно, сложно дальше проходить будет. Единственный плюс, что он подходит. Ну, выживание давай срабатывай. Отлично. Что он подходит уже заряженным сразу. Так, 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 так. Ну давай еще один заходик. Ну, блять. Да что это такое-то, а? Это жесть полная. Жестко. А вы думали, будет все легко? Я тоже думал, что все будет легко, фигушки. Так, самое главное, я хотел сказать, не проморгать момент, и мы его проморгали. Да фиг его знает. Давайте, чтобы уже не мучиться. У нас остался один. У нас тут есть подземки где-то. Это мы вообще что-то не прошли, нифига себе. Попробуем с выживанием. Тоже очень жесткая подземка для Минотавра соло. Тут есть вариант пробовать, знаете кого? Пробовать ледяху качать, он тоже очень крутой на подземке будет. Но не настолько крут, конечно, как кролик. Хотя нет, смотрите, выживание просто тащит. В общем, 20 минут мучений, но мы это сделали. Мы взяли 550 звезд наконец-то. Еще не взяли. Еще сейчас можем слиться как нуба. Посмотрите, просто кайф. Сейчас залп опять. Ну, давай дамаж уже. Блин, жесть, как он долго проходит это все. Долго, но зато уверен.
Отлично. Финишная прямая. Не знаю, сможем на 3 звезды или нет, как думаете? В принципе, если мы сейчас дорвемся до меса, вряд ли мы затащим. До того, как мы до меса дорвемся. Фигню вообще бьет. Спак-то, конечно, не то. Но зато живучий. Сейчас нас место чпокнет. Ну, есть 251. Ух, мы это сделали, ребят. Это, конечно, жесть. Такие мучения, имея полный фуловый алтарь. Такс. Ну что, давайте. Давайте его жахнем. Сделаем ему эво. Он, думаю, этого заслужил. Сделаем вот так. Так, отлично. Первая эволюция понеслась. У нас, к сожалению, Минотавра нет. Ведь нам надо построить здание перед тем, как делать аугментацию. Так, еще одно здание у нас. Новая построечка. А у нас максимум. Хорошо, отлично. Давайте сделаем первую агментацию. Первая эва и первая агментация. Чик плюс 144 силы нам дала. Так, ну сюда вы знаете, что мы поставим. Для Минотавра самый топовый вариант вот так вот. Еще плюс 140 силы. Блин, жесткая сила, конечно, растет, неохота ее наращивать. Что-то такое сделаем нейтральное. Поехали. Поехали, вернемся сюда же. Сейчас посмотрим, что он сможет на эволюции. Ну не, ну эволюция уже, как видите, совсем другие дела. Совсем по-другому бьет. Хотя первого левела всего лишь. Но разница настолько заметна. Сейчас заодно проверим, насколько быстрее или сможем мы на 3 звезды затащить. Давай, тащи, минус. Не, урон явно, явно повыше, уже критует. Да давай бей. Вот тут совсем другое дело. Тут даже этот, по-моему, посильнее начал бить. Ничего себе. Яйца зайка. Решил мясо зашатать. Кажется, он теперь быстрее проходит, но вряд ли он столько процентов наберет. Так, ну что, пошли на разборки. 3 секунды мы пропустили, сейчас нас он просто шатанет. Раз, два, три, до свидания, еще и меньше набрали.
и силушка выросла. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, уже начнем прокачки. Всем удачи, всем пока.